Добрый день, друзья! С вами Ольга на своем канале Садовые развлечения. В этом году я выращиваю клубнику, собранную своими, как говорится, руками. На сегодняшний день она вот так вот выглядит. Такая клубничная полянка. Бесподобно милая. Два лоточка у меня такой клубнички, конечно, кроха еще-то. Итак, по порядку. Вот таким способом я уже выращиваю не первый раз. Такой вот странный листочек, может быть, показаться на первый взгляд, но я клубнику выращиваю таким образом уже те сорта, которые мне нужно. Вот в данный момент я выращиваю сорт Черный Принц. Каким образом? Летом рядом со мной мужчина продавал эту клубнику красивую, крупную, бесподобно такую прям вот милашечку черного цвета, черно-бордового цвета. Там около него все столпились все начали у него покупать и вот я купила у него там не знаю за 10 может быть за, за не, не знаю за сколько может быть за 20 рублей одну ягодку спелую и эту ягодку я в то время в июле месяце размазала вот по этому листочку вот так вот она была спелая и я размазала ее и получились специально не все семена посеяла на листочке вот такие вот прям их видно семена потом с помощью ножа я эти семена вот так вот отделила они легко отделяются вон ну, они специально показываю специально оставила чтобы все было наглядно Вот так вот эти семена отделились с помощью ножа. Конечно, общ... большая часть этих семян уже посеяна, но для ролика я этот листочек все-таки оставила. И вот эти все семена вот так вот выглядят, вот они. Это семена той клубники, которую я купила мужчине на рынке. Точно таким же способом я выращивала свою землянику. Как-то покупала тоже зим... клубнику. В первый год же она у меня зацвела ремонтантную. Тоже мужчина продавал красивым. Но это конкретно черный принц. Вот я даже подписала тогда летом. Так, и как же я сеяла ее? Вот я на блюдечко положила. Вообще ее прекрасно видно. Брала вот так же лоточек. Нарезала рядочки, очень важно, очень важно сеять клубнику рядочками, то есть можно, конечно, полениться, раскидать ее просто по этому полю, она взойдет, но как потом за ней ухаживать, как рыхлить, как Это воздух к корням доставлять, то есть самое главное посеять эту клубничку рядочками. Семена легко берутся руками. Вот, например, даже я могу сейчас взять вместе с вами попробовать и вот положить ее. То есть руками берется очень легко. Еще раз повторюсь, земля должна быть воздушная, но я использую клацман с волшебной грядкой. Можно с агробалтом, в общем, воздушная, легкая земля. И посеяли клубнику рядочками. Сбрызнули ее, там и пинчиком, можно водичкой. Главное не присыпать. Семена очень мелкие, присыпать не нужно. Вот эту клубничку, которая в лоточке сейчас находится, я села 26 октября. Всходы на 8-9 день. Стратификацию я не делала. Можно делать, везде там в роликах написано, я не делала. Сразу посеяла на девятый день. Она взошла у меня. Как говорится, без волокиты. Что сейчас я делаю? Сейчас я ее постоянно рыхлю. Опрыскиваю. Чем только можно. Аж без светуадин, энергеном, фертика и люкс. Пару раз полила кальцевой селитрой. Можно даже кальцевой селитрой опрыскать. Такая вот милаха. Просто вот милаха по-другому не назовешь. Такая хорошенькая. Обязательно как взойдет, нужно пару раз, а то и тройку раз, обработать алатаром, Ну, каким-нибудь средством против вредителей потому что вредители тут же паутиный клещ может прийти к нам вместе с семенами. и она чистенькая, прям такая хорошенькая. Конечно она малышка еще подрастет, потом я ее начну пикировать в отдельные стаканчики 02. А сейчас этот ролик у меня о чем? Чтобы вы не боялись собирать семена клубники. Ведь это так заманчиво ее вырастить. Тем более вырастить тот сорт, который вы хотите. Оставайтесь на канале. Будем следить за клубничкой. У вас сейчас есть возможность клубничку купить в магазине даже с семенами. Выращивать вместе со мной. Но интереснее всего вырастить, конечно, из ягодки. Всем, всем удачи. До свидания.